Привет, меня зовут Данила. Это мой сет-копулятель. У него механизм такой. Вот тут есть такая вот палочка. Пип. Если на нее нажать, то выскочит сетка. Все. Сетка. Вот это плохой. И это плохой. А все так, блядь, ли сидит хороший. Покажи. Это желтый ниндзя. Солнечный ниндзя. Ниндзя солнце. А Этот сначала был хорошим. Он учил ниндзя, а потом стал плохим. И стал в королевстве скелетона. Это его помощник, слуга. У него есть арбалет. Хотя арбалет вообще-то от него. И стояла от него. И обычно просто так. Так он стреляет ли? Может делать так. Тут это вентиляторы, с помощью которых он поднимается в воздух. Подними его. Вот зайди сетку. Сначала надо выдвинуть эту палочку. Потом уже надо сложить сетку. И потом уже зажать сетку. Этот клык не должен стоять так, а должен стоять так. Что-то у него сделано такое управление. Тут вот эта штучка, тут вот эта кнопочка такая вот. Так, как сажается пилот? Видишь вот это вот кресло? И в него сажается пилот. Вот так вот. Там есть пупырёчки. И вот в эти пупырёчки сажается пилот. Как он летает? Он берется за эти и рулит. И чу-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 чу. Плохой. Меня поймали. Вот такой летающий дракончик, блядь. У меня есть. Чуть. Пока.